Доброго всем скримеры, господа, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Arma 3 Altis Life. И сегодня мы будем продолжать пугать новых игроков. Не знаю, прошло немало времени, я думаю, все уже почти подзабыли про это дело. В этот раз у нас Альма, она очень жесткая. Вот такая вот девчонка будет пугать всех. Погнали, посмотрим, кто чем занимается. Уходим сначала в Винвиз. В Инвиз обязательно надо уйти. И посмотрим, как она будет вообще все происходить. Так, здесь кто-то что-то... На обратном пути, потом пускающим берем. Чем-то кто-то занимается. Окей. Смотрите. Одна туда стекло или бутылки? Работяги. Сейчас посмотрим. Итак, они уже поехали. Молодого, походу, зовут Эдгар. Сейчас мы его чуть-чуть попугаем. Не знаю, получится, не получится. Так, попал в машину. Ты на магистрали? Тихо. Сейчас посмотрим. Убираем инвиз. Выйдем на магистрали, а одной истории раз. Сыпать. Блядь. Пиздец здесь. Здесь пиздец. Пиздец какой-то. Блядь, я обосрался, мудак, блядь. Пиздец, блядь. Знаешь, в ужастиках, когда, блядь, дети смеются. Знаешь? Подоиграла немного, ну молодец. Пиздец, я обосрался, как мудак. Он, походу, не видит, да? Блядь, она у меня сейчас, надеюсь, не это, не, блядь, в этом, не в кузове, нахуй. Пиздец, блядь. Я обосрался. Пиздец. Я так обосрался, ты не представляешь просто. Ладно, пойдемте другого пугать. Он, походу, не видел, да, когда я сидел. Так, смотрим здесь. О! На базе кто-то есть. Нет, здесь он один. Один он делать ничего не будет. О, давай. А ты с последнего гоп-стопа еще не успел ничего приобрести. Ну что, поедем это... Не зря взяла. Это... В Перу или что? Нет никого. О, отслушай. Нигде вообще. Дай, я поцелую. Тишина. Пожалуйста. Тут много, поехали до ментов доколупаемся. Да там... Там у них проблемы, не до нас. Да, там. Давайте сейчас. А какие они скучные, им вечно не до нас. Сейчас, ребят, делаем так вот. Так. Взорвал. Кто? А, это Перу. Тихо. Это что? Это что? Тихо, там какие-то дети. Там дети какие-то. Я рацию какую-то слышал, вот такую фигню. Так это вот, блядь. Я говорю, это здесь из кустов, алло. Ой, блядь, вот это игра, я думаю. Это что, блядь? Поколение, сука. Да ну вас, что ты за хуйня? Давай, вы что, придурки? Вызывайте всех, блядь! Поехали, блядь! Тихо! Давай! Куда еще? За мной! У кого оружие есть? За мной! Оружие у кого? Быстрее! Ты без смерти! Поехали, а то я побежал уже. Здесь
Мы вчера с ним в страшилку играли, он меня вперед заставлял ходить. Отовсюду. Ужас какой. Это у вас ролевые игры какие-то, что ли? Нет, ну я подождите, я сегодня получал справку, потому что я здоровый, я реально. Тебя обманули, тебе обманули. Подожди, я знаю, что это. Я сегодня ездил, короче, получал справку. Бля, подождите, у меня сердце до сих пор колотит. А тебе клизму делали? Клизму делали? Я в МЧС получал справку сегодня, короче. Я... Бля, куда ты... Да постой ты, ё-моё, спокойно. Ладно, поехали. Поехали, я в тачке посижу. Вот, чуваки, еще один новый. Один. Вообще один. Сейчас давайте из кустов будем делать звук. Необычный. Хорошечный. Ну-ка. Я просто сел и уехал. Пересрался, блядь. Ай, блин. Так, еще один. Санну его зовут. Ну-ка, сейчас посмотрим. Обосрется, не обосрется. Смотрит. Ну-ка, через стену. Я даже скримера не показал, он тупо не доработал и все. Ну-ка, давай. Сану, я к тебе тпшаюсь. Сану. Тихо, сейчас посмотрим. Так, я инвиз убрал? Убрал. Он меня закрыл. Что тебе надо? Что ты? Ай, сука. Ну-ка, догоним его. Ай, блядь, пацан, мужик пересрался. Он просто работу бросил, уехал. Он даже в аварию попал. Сука. Ай, блин. Ну привет, чувак. Давай-ка мы тебя попугаем немного. Что это за херня? Мужики, вы слышали это? Вы слышали это? Что это было? Парни, что это было? Эй, вы здесь? Да ну его. Поехали.
Они да, кстати, уехали. Посмотрите внутри фуру. Внутри, говорит, фуру посмотрите. Ты чё, во второй раз? Кто-то справа. Я опять слышал звук. Бедные работяги, блядь. Я повредился, не могу ехать, пацаны, я повредился. И опять звуки. Не перестают звуки. Что такое? Да я без патронов, какой ствол? Без патронов? Нету ни патронов вообще. Но в машине я думаю... Ёбаный рот, блядь, бежим нахуй отсюда. Сука. Может быть, ей что-то нужно? Стой, подожди, может быть, ей что-то нужно? Исчезло. Кого нужно? Да кому что нужно, ты видел это? Подожди, Серёг, стой, сейчас. Девушка. Я ментов сейчас вызову, поехали отсюда. Я слышал. Подожди, я слышал про нее. Это легенда про женщину, которую сбила машина. Сбила машина? А что она в середине? Что она здесь делает? Слышишь? Подожди, может быть она голодная? Стой, сейчас я... Голодная, хочет вас сожрать. Ты любишь, блядь, по своим дорогам ездить. Возьми рыбку. Я твою душу мотал. Поехали бы по нормальной дороге. Давайте задобрим ее, может быть это... Что-нибудь... Ой, исчезла. А может быть... Она машину мою починит. Сейчас, стой. Подожди, сейчас. Блять, пацаны, мне страхово, пиздец. Возьми, запей. Так, я быстро чинюсь. А ты уверен, что призраком еда нужна? Я думаю, она что-то другое хочет поесть. Смотри, что это? Слушай, я бы не трогал. Может, за этих охотников за привидениями вызовем? Подожди, это... Это мешок. Какой мешок? Это одень обычный мешок, голову. Который на голову одевает. Нет, слушай, одень не... его на голову. Ты уверен? Ну, видимо, этого хочет голову. Давайте рассуждать логически, да, все-таки. Давайте, считалку. Кто-то считалку помнит, решим, кто его на голову будет одевать. Ну, я не знаю, давайте камень, ножницы, бумага. Ну, мы втроем. Как ты хочешь камень, ножницы, бумага? Ну а как считалку? Ты знаешь какую-нибудь считалку? Я уж не помню. Детство-то давно было. Так, ладно, посчитай. Поехали дальше. Заметил такую тенденцию. Почему-то, когда ночь наступает, очень мало кто работает ночью, ребята. Хотя, смотрите, вот здесь толпа. Стоп. Что за толпа такая? А, вот работники, в принципе, да. Здесь они. Эко-бер. Эко-бар его зовут. Ну-ка, сейчас его просто чпокнем немного. Сейчас, подождите. Он не вдупляется. Ну-ка, вот так вот сделаем. Крик еще сделаем. 3, 2, 1, поехали. Что за смех? Дядя Вега. Что за смех сейчас был? Детский смех. У меня... Обратно детский смех, я понял, кто прям со мной, блядь. Если чё, я на квадрате 193-104. Или это, возможно... Ладно, не будем говорить кто, но я догадываюсь, кто... Но изначально я обкекался. Ну, раз догадливый, тогда давай прощай. Выходи, подлый трус, давай драться. Вот Валера какой-то. Да, блин, нет, там не особо много, могу так сказать. Валера, ну-ка посмотрим. Я ж так понимаю, ты меня видишь. Может быть, их убивать надо? Так, этот вообще не вдупляется. Ты чё такой, ё-моё? Охренеть, я обосрался. Не-не, нормально все. Ну тебе нужен, дядя. И тетя. Так вот он еще один чувак нефть качает. Походу не одупляется.
Либо без звука сидит. Он видит, интересно, меня? Он не видит. А, он видит. Ёбнуться, блядь. Ёбнуться, говорит. Вот это вот настоящая реакция была наша, блядь. Пойдем в кусты. Пойдем, говорит, в кусты. Но он пересрался, блядь. Еще одна жертва. А этот услышал. Здравствуй, красавец. Ничего нет. Че, опять что ли? Да, ты не слышал, что я ли? Я только задремал, вы тут разорались. Я их только что напугал. Подожди, убери пушку, убери пушку. Давайте, давайте все-таки подумаем рационально. Она в машине. Она со стороны машины смеялась. Я слышал смех оттуда. Дай нам знак, что тебе нужно. Слушай, Рика, если бы она хотела по-хорошему, наша молитва сработала бы. Она хочет нас убить, отвечаю. Если бы она хотела нас убить, если бы она хотела нас убить, все призраки, она бы уже это сделала. Ты бы уже лежал тут. Ты бы уже лежал, понимаешь? Это мать твою... Ну-ка давайте кирку купим по-быстрому. Так, я в кусты по-быстрому. Этот уже в кусты, блядь. Подожди, а где тут кирка у нас? Ёптать, у нас тут кирки. Надо справить нужду. В принципе, нож интересно, комбат. Мачету давайте херанем. Ты это слышишь? Не отходи далеко. Ну, я знаю, но... Я стесняюсь. Ну, все-таки девушка. Подожди, у нас мачете работает? Андрюх, что делать? Ты... Опа, тихо-тихо, она здесь. Тихо-тихо. У нее нож! Я тебе говорю, убить хоть. А, она за мной бежит. У нее нож, говорит. Ха-ха-ха, сука. А? Он сейчас тут появляется, сразу честь. Жди, будет поворачиваться. Ну что, Русик, нашел меня? Докладывают, походу, тут. Своя иерархия. Леша. Дура, чисто бейтинг. Не я один такой дурачок, да? С детским смехом. Добрый вечер. Добрый вечер. Так. Так, все. Могу народу, пипец. Окей. Да. О, бля. Ты чё такое? Начинается, ёшкин мать твою. Вот это и был смех. А я слышу смех. Да-да-да. Понял, девочка смеется. Да-да-да. А этих мужиков не напугаешь, блядь. Они в светле. Им все видно. Ну, привет, чувак. Диего был у нас, не был? Вроде не был. Он не видит. Пошла нахуй, говорит. Он молча, наверное, пересрался, потом в конце. Пошла нахуй. Сука. Это топ. Просто настоящая русская реакция. Да? Ой, друзья. В общем, не знаю, получилось, не получилось, но уже народ более-менее начинает, конечно же, привыкать. Вот это раньше... Самый сок, это вот первое видео, ребят, посмотрите. Оно будет в рекомендациях, я еще и в описании покажу. Это 2 или 1.5 года назад было видео. В первый раз, когда я начал вот это двигать, тему. Ну, как бы народ нигде не видел этого, как бы, да. И тут такая тема. Тогда, да, тогда многие пугались и все такое. Играйте в хорошие игры. Увидимся скоро. До скорых встреч.